Всем привет, дорогие друзья, с вами Докерс, это DayZ Standalone, и я продолжаю выживать в Чернорусии. Как вы знаете, вышел новый патч 0.56, и вот что я обнаружил. Да, вы подумаете, машина, но что? У нее не открываются двери. И, в общем, нельзя в нее сесть, и только капот. Вот, только капот открывается. Ну-ка, где тут только что было? Где-то так, чтобы... О-о-о. В общем, только капот можно открыть. Вот так вот у нас выходят патчи. Так, ну ладно, пойдемте дальше. Искать. Придется идти, поскольку поехать я не могу, двери не открываются. Ну что, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых видео. Всем спасибо. Всем пока.